Добрый день! Сегодня хочу вам рассказать и показать, как можно в домашних условиях приготовить вкусную пиццу. Для этого нам понадобится дрожжевое тесто, желательно не пресное, а более сладкое. Тогда пицца получится интересного вкуса. Ветчина, можно мяско, свежая морковка, сыр, ананас консервированный, свежий помидор и майонез. Итак, духовку я поставила на разогрев 180-200 градусов, и в этот момент сейчас заделываю пиццу. Противень промазала маслом подсолнечным, раскатала тесто и положила его в противень. Сейчас буду выкладывать слои. Первый слой это у нас будет идти ветчина. Вот я выложила ветчину на противень, положила чуть-чуть, потому что тесто раскатанное, тоненькое, и чтобы пицца приподнялась, сильно много начинки тоже будет плохо. Далее я выкладываю тертую на терке свежую морковку. Вот так вот, такими вот движениями, потихонечку по всему противню я ее рассыпаю. Вот морковочку тоже мы разложили, далее мы выкладываем ананас такими вот кусочками, ломтиками по всему противню. Итак, вот мы выложили ананасы по всему противню. И еще хочу ваше обратить внимание на то, что не забываем про края. Когда будет готова пицца, если края будут не выложены, будет сухо и невкусно, и голое тесто. Поэтому особое внимание обращайте, чтобы по всему периметру была начинка. Теперь мы берем свежие помидоры и выкладываем тоже по всей пицце, чтобы у нас было вкусная сочная пицца. Вот мы выложили помидоры по всей пицце. Сейчас я буду посыпать полностью все сыром и заливать майонезом. Вот я засыпала пиццу сыром по всему периметру и залила майонезом. Сейчас буду ставить разогретую духовку для запекания. Вот такая вот вкусная пицца у нас получилась. Жалко, что не могу ее передать вам вкуса и запаха. Еще расскажу вам маленький секрет. Если у вас случится так, что пицца подгорела или еще что-нибудь там запекая в духовке подгорает, после того, как вы достаете из духовки, накрываете фольгой. Оно тогда будет более нежное, пропаренное, и корочка снизу не так ощутима будет. Но я люблю в любом случае всегда после духовки накрывать приготовленные мной продукты фольгой, потому что они получаются более нежные, не обветренные. И как бы не такие сухие. Всем пока, подписывайтесь на наш канал и узнайте много чего полезного и интересного для себя.